Благодаря созданным условиям на курорте появляются все больше мастеров спорта, чемпионов и победителей соревнований различных уровней. Победы наших юных спортсменов зависят не только от базы, но и от тренеров. И в профессиональный праздник тех, кто на протяжении нескольких лет воспитывал и продолжает взращивать спортивное будущее нашей страны, наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. Награду из рук главы курорта получила и тренер 7-й спортшколы Ольга Авдеева. Я очень счастлива, что вообще живу в данном городе. Это самый лучший город. Потому что перед Олимпиадой столько было сделано, столько спортивных объектов было открыто, столько школ было открыто много. То есть огромное спасибо всем, кто в этом участвовал. Мы первые, мы лучшие. Город Сочи.